Почему ты не можешь похудеть? Казалось бы, что такого? Ешь поменьше, двигайся побольше, спи, пей водичку. Но нет, всегда есть какие-то сложности. Там печенька, там кусочек соленой рыбки, тут огурчик. И все. Ты вроде бы ничего не ешь, ну или ешь очень мало. Но вес на месте. А по факту твой лишний вес обусловлен всего двумя факторами. Первое – это переедание, и второе – это соленая хавка. Но первое – это переедание. Профицит калорий. Не, по-моему, тут и не все так однозначно. Нет, тут как раз все чисто и понятно. Но недавно я прочитал интересные вопросы, на которые реально нет ответа. Хочешь? Давай. Про похудение забыли? Да хер с ним. Профицит, значит профицит. Ты тренер, тебе лучше знать. Ладно, вот тебе вопрос на засыпку. Помнишь сказку про Майдадыра? А так? Почему Майдадыр вышел из маминой спальни? А Маша и три медведя? Это же трагедия. Три медведя и три кровати. Одна кровать для мамы медведя, одна кровать для папы и одна кровать для медвежонка. Значит, мама с папой спят отдельно? Получается так. Но есть еще кое-что. Как Бог может разгневаться, если гнев – это один из смертных грехов? Сюда лучше не лезть. Я просто спросил.